проблема. Достать никак не можем. Короче, вот он заполз сюда. То ли машина его сбила, то ли это, то ли собака. Короче, вот порожки. Вот, под порожки. Под порожки он заполз. Мне прям так помощь нужна его вытащить. Вот, его так колошматит, подколачивает. Но он не выходит. Не выходит сам. И где-то тут еще такой, видишь, все накидали твари. Тут еще где-то вот маленький такой котеночек, черненький. Ну, сейчас не знаю, где он. Вот, ну, может быть, и кто-то из девчонок поможет, подъедет, я не знаю. Поможет вытащить. Вот. Не знаю, что делать, как выманить. Вот это черное, вижу, да, вот. Увидела? Глаз не видно, нифига. Я говорю, у него где-то помолвка от тебя здесь. Вон, вижу, да, все. Четко вижу. Парвиз, можно дотянуться рукой. Только смотри, у него, слышишь? Он, во-первых, кусается, это взрослый кот. И у него передний, у него перелом позвоночника, скорее всего, или таза. Я понимаю, как ты этим залез, как ты его... Ну, попробуй, я не знаю. Давай. Бросай, давай. Ты увидел самого? Видишь, вот, посмотри в телефон. Вот он, видишь? Да. Ну, телефон не светит? Давай, помогай, свети тоже. Ну, снимай. Только вот так, горизонтально переверни. Еда тоже там. Там же только нету, блин. Мусора куча. Бываем лошаника. Там рядом с ним котенок. Ты видишь? Ты видишь? Где? Посмотри. Где? Убери вот это. А, видишь? Да. Давай котенка. Блин, сначала. Это кошка, наверное. Давай котенка доставай. Это, наверное, кошка, слушай. Это, наверное, кошка, потому что с ней рядом маленький котенок. Я говорю. Переверни. Парвиз, смотри, вот здесь дырка побольше. Парвиз. Че, выскочил? Осторожно. Руку засунь. Где дырка больше? Нету, нигде, здесь только. Парвиз, вот сюда дырка ближе. Парвиз, влево, побольше дырка. Видишь? Давай сюда. Переноску. Переноску, открывай переноску, быстро. Ее, думаешь? Чей, чей? А вот другой? Поломанный? Да, а вот он один, может, поменьше. Нет, наверное, двое еще мы поймали. Там двое? Нет, мы поймали двоих. А где они? Где-то нас. Не, все, вырвал. Вот. Снялось, пожалуйста. Мне сейчас палку надо, чтобы засунуть туда. А вон там палка прям лежит. Вон она, видишь? Дотянешься? Нет? Аккуратно лапа куда все влезла. Аккуратно. И надо заколку прям четко брать. Сейчас ты подожди тут. Да. Все, сетки.
сетки. Он может вырваться сейчас. Заколку. Где его голову? Правильно, правильно, правильно. Аккуратно. Блин, аккуратно, как ты дырку в эту просунешь. Девочки. Заноби, за передние лапы тоже хватай. Она кусается. Что, зацепилась? Сетка зацепилась? Нет. Она в сетке? Она сейчас в сетке. Тащите проблема? Железку, тащите железку. Давай две вторую. Пусть переносит вам дать свою. Не-не, пока не надо. И заднюю. Вытаскивай за заднюю аккуратно. Дырка только здесь, другой дырки нету? Не. Вот где? Нет, это там вот как стена. Значит, она сюда залезала. Так, прысь. Голова пролезет? Голова влезет. Так, давай так. Если где внизу? Давай. Где внизу дырка? Где вот эта дырка? Уклонись пониже. Заходит дырка, спаси. Вот так, так же вверх. Ты можешь помочь ему? Тихо, подожди, там мешает. Подержать. Он просто сам лезет. Потихонечку. Малыш, потерпи, малыш, потерпи. Давай. Потерпи, ребенок. Тихо, тихо, лапки. Он... Ой, молодцы. Да, сам. Маленький. Отлично. Ой-ой-ой-ой, бедный ребенок. Отстегай. Лапки сгибай. Опа, толкай. Да, вон два наверху. Да, и вот еще два. Парвиз, маленького надо. Доставай, Сонечка. Девочки, мы котенка оставим вам, ладно? Пока не возьмем. Почему? Очень маленькие. Мама больная, а у нас недавно под лейкопенией была. Это не мама вообще. Это же не мама. Это мама, думаешь, да? Нет. Мама черная. Вот там бегали. Мама черная? Давайте, девчонки, мы поможем вам их стерилизовать. Вы их по одной отловите, а мы... Надо вам каталовку. Ребята, нужна каталовка. Ставить. Парвиз, ее надо развернуть. Ему больно, слышишь? Развернуть нужно. Сейчас, ищи котенка. Я разверну. Да не переворачивай, это ему больно. Просто развернуть. Ее развернуть. Развернуть, да, чтобы ему больно просто идти. Вот так. Нет, она все, не поднимается, Лиля. Все, да? Да. Чтоб тебя. Это девочка или мальчик? Девочка. Это девочка. Ложи ее аккуратно туда. Я ее вот так ложу морду туда, чтобы она корм почувствовала. Вот непонятно, что у нее сломано. Лапки или... И водичку порвись, пожалуйста. На это пойдет в эту? Да, давай. Все хорошо, ребенок.